Вы знаете, самый хороший тест на то, кто обещает и болтает, а кто делает, это выборы каждые 4 года. Я в Бельцах, и все мои коллеги-примары по стране, мы все выиграли минимум 2 мандата примара. Мы нигде не проиграли ни разу. Для полного перезапуска страны мы должны собирать людей и просто менять конституцию. Эту изнасиловали много раз, ею пользовались как угодно и кто угодно в разные имена, что у нас сегодня обращаются все в Конституционный суд, как в свое время в ларек, когда ходили сдавать бутылки, понимаете? О двойном гражданстве я высказался. Простые люди, они могут иметь хоть 4 гражданства. Но если ты претендуешь на одну из высших должностей в стране, государственных, руководителя тех или иных спецслужб, ты должен быть только гражданином Республики Молдова. Я говорил сегодня о том, что мы ликвидируем НЦБК, Центр по борьбе с коррупцией, и реформируем СИВ. Эти две структуры нам стоят 31 миллион 500 тысяч евро в год. Я предлагаю национальный проект. Это будет первый проект в истории страны. Урашу Винулы. На 50-70 гектарах город Вина, где будут представлены все отечественные производители. И там мы планируем сделать самый большой в Европе торговый центр МОЛ, где НДС будет всего 4%, чтобы мы стали привлекательными по цене не только для наших соседей, а и в странах Евросоюза, и чтобы на шопинг ездили сюда к нам, а не мы к ним. Я всегда был и буду за нашу государственность, и всегда буду служить только интересам нашей страны, и не буду ползать ни перед кем. Голосуем за избирательный блок Рената Усатой. Сила в правде, а не в помятом кульке.